Давай! Это что есть за тренажер? Это у нас тренажер. Правда, красиво. Най, неправильно! Безопасность! Должен быть наверху! Безопасность! Краса незападна! Какая разница? Где желтый, где красный, где зеленый? Должно же быть научное объяснение. Ну что ж, интересующиеся вы мои, безопасность в переводе с греческого означает носитель безопасности. Это опасно. Называется безопасность. Находится на самом верху, потому что он видел лучше всех даже ночью и в туман. Когда не тренироваться, это очень опасно. Это же очень опасно. Это есть. Это же очень опасно. Очень опасно. Понятно? Правильно, безопасность, ага.